Музыка сопровождала человечество практически на всех этапах его развития. Сегодня жизнь современного человека совершенно невозможно представить без музыки. Сотни и сотни всевозможных инструментов способны не только удивлять, но и вдохновлять искушенного слушателя. Новаторские изобретения продолжают появляться и сегодня. Лидия Цахилова расскажет подробнее. Привычный шум терека сменила необычная мелодия. Главная водная артерия республики теперь имеет свой звуковой портрет. Уникальный музыкальный инструмент в сфере он создал художник Сергей Филатов. Впервые автор презентовал его во Владикавказе в рамках 14-го фестиваля современного искусства «Аланика». Получив приглашение к участию в фестивале, я ознакомился изначально дистанционно, через интернет, через просмотры видео с рекой. Позднее была возможность именно ощутить ее особенности, понять силу потока, найти оптимальную посадочную зону для объекта, чтобы все было сбалансировано, сгармонировано с точки зрения динамики, с точки зрения каких-то непредсказуемых изменений, которые происходят внутри реки, внутри потока, потому что все это напрямую связано с генерацией звука. Сергей уверен, каждая река, как и человек, имеет свое настроение. Главное – прочувствовать ее энергию и силу. Звуковой портрет создается благодаря скорости воды и латунным пластинам в герметичном шаре. В рамках реального времени мы получали звук, который формируется внутри объекта за счет того, что поток реки приводит в движение подвешенные элементы этой инсталляции, этого музыкального инструмента. И, соответственно, еще один дополнительный микрофон, гидрофон, считывал звучание этого инструмента, уже опираясь на всю его структуру. Вот. Также было интересно повзаимодействовать с этими звуками, с тем, что происходит в данный момент, и в какой-то степени я фильтровал, микшировал по-своему и распределял на акустическую систему. Очередной звуковой эксперимент в водном пространстве удался. К выбору места необычного музыкального эксперимента подходили особенно тщательно. Мы выбирали из нескольких мест, которые потенциально подходили, но остановились именно на этом, потому что это место находится в центре города. Здесь красивое окружение и в то же время природа, которая здесь присутствует и прекрасно дополняет визуальный ландшафт. Все это нас вдохновило. Также удобный подход к реке и возможность как раз найти правильное место для установки музыкального инструмента. Все это имело большое значение. Ну и, конечно, удобство подключения звукового оборудования и легкая доступность для посетителей. Сферион стал частью коллекции Государственного центра современного искусства в рамках фестиваля «Аланика». Его создатель со своей задачей справился. Акустические свойства инструмента раскрыты с помощью водного потока, который, как и современное искусство, стирает границы. Лидия Цахилова, Мария Котаева. Специально для программы «В итоге».